Кандидат в президенты Казахстана Каракат Абдьен посетила сегодня свой предвыборный штаб в Астане и рассказала о работе, проделанной в регионах. Она посетила 6 регионов страны, где встретилась с многодетными матерями, деловыми женщинами, работниками медучреждений и дошкольных образовательных учреждений. В ближайшее время Каракат Абдьен планирует посетить Улытаускую, Кызылординскую, Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области. На сегодняшний день у нас работает 20 предвыборных штабов в регионах. Привлечено порядка 2000 волонтеров по стране. Агитационная работа у нас ведется активно на сегодняшний день. Вовлечены в эту работу доверенные лица на местах, которые проводят встречу с избирателями. Стоит отметить, что население страны активно вовлекается в общественно-политические процессы государства.